Доброе утро, народ. У нас сегодня кулинарное блюдо. Мишка делает прокладку новую для крышки бензобака. Где-то она потерялась. Нашел кубачок. Так, а здесь мы будем сейчас делать сиськи куропаток. Грудки. Тут все каменное, болото каменное, острова каменные, тундра каменная, речки каменные, все каменное. Ненавижу камень. Какой-то у нас сверчок появился, сверчит, блин. Да, постоянно. Мишка завел сверчка, пока рулил. Малинки подход для ориентировочной.
тебя дорога. Вернее, дороги нету, просто направление адски придумали. Мы бы на другом и не забрались бы в такую жопу, и бы сейчас бы не выбирались из нее. Это ж капец. Его не остановить. Камни плотины делают. И грызут камни тоже. Жрут, я бы сказал. Бобры. Он не едет. Водой камни. Жизнь. А, ребят, как вам? Наше чепушествие. Отразить картину себе.
дороги. Лака максима. Была глида. С мучачами. С торфяными жопами. О, это что там? Ну что же, Герасим Васильевич, мы больше не будем жаловаться на плохой асфальт. Уже 55. 55? Да. Таких, как ты, у меня там нету. Или быть не может. Конечно. Все Чебоксары есть, блин, а Челябинск есть. А да, таких, да, как ты, нету вообще. Да, да, да. Сюда спускаемся. Вот сюда. И поехали вот так. Долинка там, да, болотная. Ох, ребят, сейчас мы осмотримся быстро, пока еще свет не померк в глазах. Ну, пойди смотри, свет. Вот видели? Это чебурек, чупакабра, чебурашка, чебоксары, его вспомнил. Чебоксары. Строишник, блин. Камней там все равно пока еще достаточно. Ну, ладно, будем надеяться, что это остаточно. Да, и конца и края нету. Блин, не говори, этим сам... ягельником. Ягельник никак не заканчивается. Собаки, ловите давайте кого-нибудь. Жрать. Вон торфенятник какой хороший. Прям мучача-мучача. Мощная. Камни. Вот,
без защиты какой-то днище стало. Защиты днище не вышибает. Назад. Поддернем тебя. Сонару не тратит. Останется тебе. Да, да. Подъеду. Давай я подъеду. Давай. Ну, Андрей, ты что успел? Да что, она не достанет.
так, упалка по каменному дну. Нет ничего лучше. Дайте еще раз. А лучше парочку. Садишься и ночью непонятно, движешься ты или нет. То есть можно за камень зацепиться, днищем навалиться на него, упасть. И получается, как будто бы на месте стоишь. У нас сегодня замечательный день. Мы сегодня проехали столько много километров до дома, что буквально еще, наверное, один день, и мы уже окажемся возле машин. А завтра утром, может быть, состоится рыбалка, если мы не проспим, потому что мы стоим на берегу одного из многочисленных озер Кольского полуострова. На сём хочется сказать вам спокойной ночи, потому как очень сильно хочется спать. Все, народ, всем спокойной ночи. Спокойной ночи, народ. Я вообще даже ничего говорить не могу. Просто сплю. Все, до следующей серии.